Не страшно, ребята. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сейчас будет очень долгожданное событие, а именно дуэль против ТикТака. Это не кликбейт, это реальность. Поэтому, ребята, прямо за это вы просто обязаны поставить лайк. Прямо сейчас, прямо в эту секунду. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, а также подпишитесь на мой канал. Потому что, ребята, если будет много лайков, то я обязательно сниму еще одну дуэль против ютубера. Ну что же, надеюсь, вы все поставили лайк и подписались, ну а мы начинаем. ТикТак, приветик. Здорово всем, ребят. Ну что, начинаем, да? Да, я думаю, что уже пора начать. Ребят, играем, как обычно, до 10. И используем только АК или Дигл. Ну, или нож. Ой-ой-ой, ребят, ой-ой-ой, это очень потно. Но вот Кента пока побеждает. Ой. Вот это говнозажим. Нормально. Зажимаю, ну, здесь, короче, на таких расстояниях вообще ни в коем случае не надо зажимать. Тебе очень маленький шанс, что повезет. Ну, я зажимал, кстати, я зажимал, но это неправильно. Ребят, счет 1-0. И, пожалуйста, ой-ой, ну, я не знаю, ты жестко, ты играешь очередями или зажимаешь? Ну, зажимать, типа, я же говорю, если тебе повезет, то ты зажимаешь сразу же и сам убиваешь. Если не ведет зажимом, надо сразу же прекращать. Блин, это капец, это просто капец. Ребята, пожалуйста, прямо сейчас напишите в комментариях, как вы думаете, кто победит, Кента ПК или ТикТак? Ребят, пишите в комментариях ваши предположения, кто круче играет. Но я вам скажу только одно, то что ТикТак очень-очень жесткий задрот. Ребят, вы все сами прекрасно видите. Вот у него сегодня был стрим, я был просто в шоке. Он на стриме выигрывал всех. Тупо всех выигрывал чуть ли не в сухую. Так, 1-2, да, как я понимаю? Да. Но это слишком-слишком сложная дуэль. Ребят, потная каточка. Блин, увы. Но ТикТак оказался сильнее. 1-3. Ой-ой-ой, я чуть начинаю проигрывать, ребят. Мне это не нравится, это плохо. Сейчас попробуем Дигл Мастер сделать. Ой-ой, ну Дигл это жестко. Дигл тоже такая мощная штука. Ничего себе! 1-4! Ха-ха, блин! Чёт, ребят, я чувствую, что дуэль слишком быстро закончится. Но хотя не факт, ребят, бывали случаи, что я выиграл даже в таком проигрышном положении. Фух. 2-4. Фух, потихоньку догоняю, ребят, потихоньку. Блин. ТикТак, расскажи свой секрет. Как так? Ну что, ребят, могу сказать, надо просто в игру хорошо играть, долго играть и привыкать к механике игры. А ты привык уже? Ну да, в принципе. Ай-яй-яй! Механика игры на самом деле очень легкая и очень хорошая на АК стрельба здесь. Разброс хороший здесь на АК. Ну, короче, нормально. Да. Ребят, знаете, в чем причина, почему он побеждает? Потому что у него 1000 часов в CSGO. Ребят, вдумайтесь. 1000! Это мало, это на моем основном аккаунте. А сколько у тебя всего аккаунтов? У меня их много. Серьезно? Да, я бустил другие аккаунты. Блин, ну ты жесткий. Если знаешь, что такое бустить, то... Да, опа. Короче. Опа, 3-5, пока ТикТак говорил, Кента пока убил его. Да, знаешь, что такое буст? Короче, так. Ребят, ТикТак жесткий задрот. Я вам скажу только одно, я не ожидал. Я думал, честно говоря, что я выиграю 10-0. Не скажу, что задрот, просто хорошо умею играть. Ну, я скажу, что задрот. Блин, я не могу залезть в свою нычку. Ты меня увидел? Не убивайте меня! Ох ты! Спалился ты. Блин, я спалился. Так, ребята, счет 3-3. Внимание, у тебя, Кента, пока у меня 3, а у этого ТикТака 6. Ребят, это, конечно, обидно. Ну ничего, ребят, ща будем тащить. Наверное. Дигл здесь на таких расстояниях косой немного. Да? Чё, сильно? Я сейчас стреляю вообще реально косой. Его надо на средней дистанции. Ай-яй-яй, почти. Ну ты мне так нормально снял ХП. Сколько у тебя ХП осталось? 3-7, пацаны, ну это счёт вообще не то, что я ожидал. 45 ХП осталось. Ребят, счёт у Кентухи дела слишком плохо, ребят, нужны ваши лайки. Позиции выбирай просто правильные. Хотя, в принципе... Нормально выбрал правильную, да? Вот и это была хорошая позиция. Я вообще не ожидал, что ты рашить сейчас будешь. Так, подожди, а счет какой? 4-7? Угу. Блин, давай пацаны, что-то вообще на меня это не похоже. С Диглом попробую сейчас, короче. О, ребята, вот это, конечно, неприятно.
ну что, ты где там? Ой-ой, мне страшно, ребят. Блин! Я хотел сказать бу. Вот это эпик, блин. 5-7, да? Блин, не, ну честно говоря, это очко можно отдать тебе, но я среагировал, Ребята, 5-7. Ой-ой-ой. Молодой человек, вы слишком жесткий. 6-7, ребят, мы это делаем. Фух. Все благодаря вашим лайкам, ребят, догоняй потихонечку. Сколько у тебя попал в тот раз? Один раз в голову? Это что-то такое. Чуть разочек попал. 6-7. Пожалуйста. Тик-так. Я не думал, что когда-то скажу это, но пожалуйста, умри! Ай-яй. Блин, ну ты реально хорошо играешь. Я, честно говоря, думал, что ты нуб. Вот честно скажу. Я думал, что ты вообще нубу, я тебя в сухую выиграю. А ты, оказывается, играешь, ну, нифига себе. Ребят, счет 6-8. Не, ну почему? Ты тоже хорошо играешь? Если ты играешь со мной... Ай-яй-яй. Опа-па! Я думал, ты... 7-8, 7-8. Фух, ребят, очень потная каточка. Руки вспотели. Я не вру, руки вспотели. Мои руки, базуки вспотели. Ну, поняли, да? Опа, я тебя увидел. Ах ты, маленький негодяй. О, нет, тик-так меня убил. Ребята, внимание, счет 9. 9, чертов возьми. 9-7. Ой-ой-ой, как все плохо. Я тебе скажу что, так, что у меня на стриме еще даже до 3 вроде никто не выиграл, а ты уже сразу до 7. То есть это вообще офигенно, на самом деле. Как? Нет, ребята, это проигрыш. Не, на самом деле это очень проигрыш. Очень хорошо играешь, дядь. Не, реально. Типа очень Спасибо. Утешать меня, тик-так. Ребят, пожалуйста, утешьте меня. Серьезно. Мне на стриме я играл 3 раза подряд, выиграл 10-0 вроде. Mm-hmm. Потом одного чувака тоже, ну, как бы взял пистолет, там, USP, я... не помню, что есть. Знаете, ребят, что... Да, я понял. Я смотрел, Сань. Я, честно говоря, в шоке. Как ты это делаешь? Просто дайте пожму руку. Иди сюда. Иди. Давай. Вот я тебе жму руку! Думал, пожму руку. Так, даже и твой труп поколочу. Так, ладно, ребята, вот такая у нас была дуэль. Я вам, ребят, скажу только одно. Просто обходите этого парня стороной, потому что он реальный задрот, и он очень хорошо играет. Ты чё? Так, ребят, короче, лайк поставили, подписались на мой канал, написали комментарий, хороший комментарий, просто не надо писать, мол, я нуб. Ну, поддержите меня, мне и так плохо на душе, ребят, поддержите меня по-братски. Ну что же, всем удачи и всем-всем пока. Пока, ребят. Да, всем пока-пока.